Здравствуйте! Вас приветствуют классные новости. Вы в гостях в средней школе номер 9, и мы вам расскажем про музей Героя Советского Союза Георгия Никитича Холостякова. Музей. Это слово всегда ассоциируется с чем-то таким классическим и с чем-то обстоятельным. А вот школьный музей – это что-то совсем иное. В средней школе номер 9 в музее можно многое. Во-первых, здесь можно все потрогать. Во-вторых, тут можно поиграть. В-третьих, тут можно даже провести военную операцию на полу и разобраться с теми вопросами, которым посвящен наш музей. А наш музей посвящен самому знаменитому морскому адмиралу белорусской земли Георгию Никитичу Холостякову. Вот об этом, о работе школьного интересного музея, мы вам сегодня и расскажем. Добро пожаловать в среднюю школу номер 9. Школьный музей – настоящий центр патриотического воспитания, где молодежь узнает о истории своей родины. Наш музей назван в честь Героя Советского Союза Георгия Никитича Холостякова. Он был открыт в 1989 году на базе средней школы номер 9 с целью прославить подвиги великого адмирала белорусской земли и сохранить память о нашем знаменитом земляке. Наш музей живет очень активной и насыщенной жизнью. Кроме экскурсий, мы предлагаем своим посетителям увлекательные, интересные музейные занятия. Например, наш музейный квест занял первое место в республиканском конкурсе на лучшую музейную игру. Министерство образования не раз поощряет дипломами нашу эффективную работу, но мы никогда не останавливаемся на достигнутом. Вот и в этом году мы принимаем участие в республиканской акции. И в рамках конкурса «Музей цифровой формат» представляем сайт нашего музея, который уже был высоко оценен дипломом первой степени на областном уровне. Наш музей представляет среднюю школу номер 9 и город Барановичи на всех крупнейших музейных форумах, площадках, фестивалях страны. Например, на областных конференциях в Бресте, на выставке методической литературы в городе Минске, форуме в Национальной библиотеке Республики Беларусь, а также на коллегии музеев военно-морской направленности в Санкт-Петербурге. А работать в нашем музее мне помогают наши дети. Проводить экскурсии и музейные занятия помогают мне учащиеся нашей школы, наши юные экскурсоводы. Один из них – Булат Артем, ученик 7 А класса, в этом году принимал участие в республиканском конкурсе юных экскурсоводов и занял там почетное 3-е место. На заключительном этапе конкурса Артему нужно было рассказать мини-экскурсию, посвященную одному музейному предмету, который был выбран буквально за 20 минут до выступления. Так что наши экскурсоводы действительно знают и любят свой музей и могут рассказать о любом его экспонате. Так как наш музей морской, в нем есть много разных моделей кораблей. Самое красивое и самое главное из них – это точная копия модели парусника «Метеор». Настоящая модель парусника стояла у Георгия Холостякова в кабинете. После его смерти она была отдана в Барановичский краеведческий музей. 35 лет назад наши ученики воссоздали точную копию модели парусника «Метеор». И все это время она восхищает и радует наших посетителей. На базе школьного музея организована учебная бизнес-компания по оказанию экскурсионных услуг, участники которой могут попробовать себя в роли экскурсоводов, маркетологов и администраторов. Качественные экскурсии, современная форма досуга, сувениры ручной работы помогают сделать наш музей все более и более популярным.
Только в этом году мы приняли около 1000 посетителей, учащихся школ и колледжей нашего города. Что особенно хочется отметить, что больше и больше гостей нашего города выбирают наш школьный музей имени Героя Советского Союза Георгия Никитича Холостякова в качестве одной из точек их экскурсионного маршрута. Участники нашей школьной бизнес-компании с успехом представляли свой бизнес-проект на различных республиканских конкурсах, таких как «100 идей для Беларуси» и «Ступени успеха». Мы гордимся тем, что наша школа носит имя Героя Великой Отечественной войны Георгия Никитича Холостякова. В нашем музее вы узнаете о детстве Георгия Никитича, его работе над подводным флотом и, конечно, о том, как он героически защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. А также увидите наши уникальные экспонаты – деревянное кресло и журнальный столик Георгия Никитича Холостякова, его подлинные предметы быта. А также наши самые ценные музейные предметы – фуражка и китель героя нашей страны. Настоящее украшение нашей экспозиции – это копия модели парусника «Метеор», которая была в рабочем кабинете Георгия Никитича Холостякова. Она была сделана 35 лет назад учениками нашей школы. Большой популярностью у наших гостей пользуются мастер-классы по завязыванию морских узлов и основам семафорной азбуки. Вязание узлов – настоящее древнее искусство, получившее свое распространение с появлением парусного флота. Некоторые люди даже верят в магические силы узлов. Например, сейчас мы изучаем, как завязывать мой узел, который древние греки называли Геркулесов узел и верили, что он приносит удачу. Семафорная азбука – это один из самых древних способов обмена сообщениями между кораблями. И до сих пор некоторые страны используют этот способ. За передачу сообщений семафорной азбукой на корабле отвечает сигнальщик. Музей Георгия Никитича Холостякова приглашает вас окунуться в настоящую морскую атмосферу. Ведь во время посещения музея вы сможете овладеть самыми разными морскими навыками. Например, научитесь отбивать склянки в настоящий судовой колокол «Рындук».